Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня, как говорится, друзья, решили мы показать свой небольшой арсенальчик. Что это у тебя в руках? Самогончик. Такой Red Label виски. Ну ты прав, в принципе, это трехлетний виски. Это что? А наш притончик. Гонит самогончик. Что тут у нас? Торрес бренди десятка, он. Иверионе семерка. Джек Дэниелс яблоко. Джин, как говорится. Водочка Финляндия, коньячок, Торрес пятерочка. Ну, это Иверионе грузинский, 7 лет. Ну, я видел недавно. Пару баночек пива. Абсент. Абсолют. Текилка. Водка, коньяк. Это что? Перцовочки. А вот видите, какая у нас. Это Торрес пятерка. Это что? Испанский бренд. Ты знаешь, у мужчины про казаков бутылки плавали такие. Да. По морю, то точно такие. Это что? Так что вот такие дела. Так что, друзья, кто пишет в комментариях, что я алкаш, там и комментарии, это мой не весь арсенальчик. Это то, что у меня имеется на студии. Это пятилетний. Ну, XO или... С кинжалом. Да, это пятилетний. Так что... С кинжалом. Тут есть XO, ну, есть тройка, вот. Вот трехлетний. И вот он. А бутылочка, какая бутылочка? И вот он стоит. Удобно, она не круглая, а квадратная. Ну да. Полукруг. Ну, армянский хороший бренди. Вообще, эта бутылочка вообще самая, наверное, удобная, которая в руках. А он перцовочки возьми, Таша, в руки. Вот две стоит, вот перцовки. Ну, мы такую, по-моему, пили, да? Не, мы пили с тобой другую, Таша рядом стоит. А, вот эту? Ну да. А, да, вот такую мы пили. А мне показалось, что мы... А это, кстати, и наш не весь этот, не весь арсенал. Мы еще посылку не забрали с новой почты, что я выслал. Как, забрали? Забрали, но мы ее не распечатали, не подняли. Она лежит вот в машине. Так что... Ну вот, мы, как говорится, распечатали нашу посылочку, а там еще две бутылочки. Араме троечка и, друзья, Немиров... Жгучая груша, как говорится. А мы, по-моему, жгучую. Жгучую грушу мы пили, но мы это будет, как говорится, не буду раскрывать секреты видосов. Будут интересные видосы. И с перцовочками, и с грушей. Да. Будут интересные видосы. Много чего, конечно. Поставили то, что у меня есть на квартире. То, что есть на даче. То, что есть на даче. Мы не привозили, не ставили. Там тоже много интересных и грушовица, и разные и водки, и коньяки. Ну что, как говорится... Мы вернулись домой и будем продолжать снимать видео. Ну да. Хорошо. Ну хорошо, ну что тогда ты скажешь? Тот джин немецкий, 47 градусный. Ну, сейчас мы верим, что будем снимать. Ну да. А потом... Ну что тогда? Всем мира и добра, всем удачи, всем всего самого наилучшего. Скажи что-нибудь людям. Удачи вам, самое главное удачи. Хорошо.